Участники семинара – сотрудники сочинских отелей. Науку правильно подбирать персонал им преподают бизнес-тренер, психолог Евгения Тополова и эксперт из Финляндии Юни Пайвала. В дни проведения Олимпиады принимать туристов помогли многие приезжие специалисты. Сегодня именно сочинцам предстоит подтверждать славу курорта гостеприимного и приятного. Не секрет, что и те специалисты, кто отвечает за подбор персонала, работают по накатанному. То есть вот как они привыкли подбирать персонал, по какому принципу они проводят собеседование, потому они и делают. Здесь на семинаре даются очень тонкие психологические особенности собеседования, как проводить собеседование, на что обращать внимание. Участники семинара отправятся в один из сочинских сетевых отелей, чтобы в общении с персоналом закрепить полученные знания. По итогам обучения будут выданы сертификаты Российского международного олимпийского университета. А осенью предполагается провести подобные занятия с представителями нескольких регионов страны.